Приветствую сообщество MindValley. Я Джим Квик, основатель Quick Learning. Я хочу помочь вам начать быстрее учиться. Один из вопросов, который мне часто задают, Джим, что вы делаете каждое утро, чтобы настроить свой мозг на лучшие результаты, лучшую фокусировку, лучшую продуктивность в течение дня? И сейчас я познакомлю вас со своей утренней рутиной. Первым делом, просыпаясь утром, я выполняю специальную процедуру для запоминания снов. Вы спросите, Джим, зачем вообще запоминать сны? Дело в том, что часто, когда вы целый день учитесь, трудитесь над решением задач, на работе, в жизни и так далее, когда вы ложитесь спать, ваш ум не прекращает свою деятельность. Ваше подсознание продолжает работать над этими проблемами, и вам в голову приходят потрясающие идеи и решения. Трудность заключается в том, что, проснувшись, большинство людей не помнит своих снов. Я же хочу научить вас специальной технике их запоминания. Второе, что я делаю после пробуждения, встаю с постели и заправляю ее. Вы спросите, Джим, чем это полезно для мозга? Есть две причины. Во-первых, важную роль играет порядок в окружающей среде. Когда вы наводите порядок на рабочем столе, в кабинете, в спальне, это способствует ясности в мыслях. А вторая причина в том, что я хочу начать день с успеха. Ведь как вы делаете что-то одно, так вы делаете все остальное. Начните с безупречности. Выделите 2 минуты на то, чтобы заправить постель. И вам будет очень приятно возвращаться домой, в котором царит порядок. Получается круг от успеха к успеху. Третьим делом я пью много воды. Мозг по большей части состоит из воды на 80%. Однако многие люди страдают от обезвоживания. Пейте больше воды, она играет крайне важную роль в работе мозга. Дело в том, что много воды человек теряет во сне, поэтому утром я первым делом как следует заправляюсь водой. Затем я чищу зубы. Вы спросите, Джим, при чем тут чистка зубов? Какая связь между зубами и мозгом? Дело в том, что вы чистите зубы другой рукой. Исследования показали, что полезно чистить зубы или есть не доминирующей рукой. Когда тело шевелится, мозг веселится. Когда вы чистите зубы другой рукой, в вашем мозгу появляются новые нейронные связи. Следующее, что я делаю, это упражнение на глубокое дыхание. Помимо воды, на мозг хорошо влияет кислород. Многие люди страдают от усталости и затуманенности сознания. Я бы сказал, первое, что нужно сделать, это зарядить организм кислородом. Дело в том, что средний мозг — это всего 2% от общей массы тела, но потребляет он около 20% кислорода и других питательных веществ. Так что очень важно выполнять упражнения на глубокое дыхание. Об этом я тоже говорю в своей программе. Что я делаю потом? Завариваю чай. Как я его называю? Чай для мозга. В его состав входят готу-кола, гинкобелома, ежовик гребенчатый, незаменимые жирные кислоты. Эти прекрасные ингредиенты значительно улучшают фокусировку и память. Пока я пью чай, я делаю записи в дневнике. Ведь если вы хотите развить силу мозга, важно вести дневник. У меня есть целая система. Я обучаю лучшим способом ведения записей. Я записываю план на день, а также то, за что я больше всего благодарен. Потому что я считаю, что благодарность великолепно влияет на мозг. Ведь если вы не можете ценить то, что у вас уже есть, вам не будет дано то, чего вы очень хотите. Почему я фокусируюсь на благодарности сразу после пробуждения? У меня есть доска визуализации с моими целями и всем, чего я хочу. Но также у меня есть доска благодарности, где изображено то, за что я больше всего благодарен жизни. Если вы хотите моментально ощутить благодарность, перечислите все, что у вас есть, то, чего нельзя купить за деньги. Благодарность положительно влияет на мозг. В журнале Time как-то приводилась история о монахинях, которые жили по 80, 90 и больше лет. Исследовались причины такого долголетия. Так вот, все дело было наполовину в благодарности и эмоциональной вере, а наполовину в том, что они всю жизнь учились. Это очень мощная комбинация. Затем я пью чай, делаю записи в дневнике. Ведь дневник вело множество гениев. Леонардо да Винчи, Эйнштейн, Мария Складовская-Кюри. Все они вели дневники. Проводились исследования, нацеленные на то, чтобы выяснить, гении делают записи в дневнике, потому что они гении, или наоборот? Благодаря практике ведения дневника они становятся успешными в своей сфере. Закончив чаем и дневником, я делаю простые утренние упражнения. Это еще не сама тренировка. Я просто 3-4 минуты интенсивно занимаюсь упражнениями, чтобы разогнать сердце. Ведь все, что хорошо для сердца, обычно хорошо для головы. Потому что, разгоняя сердцебиение, я улучшаю приток крови и кислорода к мозгу. А это крайне важно. Что я делаю потом? Смузи для силы мозга. Вы спросите, Джим, что такое смузи для силы мозга? Некоторые продукты очень полезны для вашего мозга. И я учу людей запоминать эти продукты. Просто я кидаю их в блендер. Там есть голубика, которую я называю мозговикой, авокадо, тоже очень полезно для мозга. Разумеется, также нужна жидкость. Мы поговорим обо всех этих ингредиентах в другом видео. Попивая свой смузи для силы мозга, я читаю. 20-30 минут в день я посвящаю чтению. Потому что кто читает,
тот и побеждает. Вы скажете: «Джим, я не могу читать по книге в неделю, ведь средний человек прочитывает 1-2 книги в год, но крупный руководитель прочитывает 4-6 книг в месяц, так что ориентируйтесь на книгу в неделю». Помните, сначала вы формируете свои привычки, затем привычки формируют вас. Сделайте первый час своего дня благоприятным для мозга, и вы будете одерживать победу за победой в течение всего дня.